Заехал сейчас помыть трак. Потому что я приехал после дождя и не помыл. Сейчас уже выехал в сторону Техас. И решил заехать помыть его хорошо. Красиво здесь у нас. Надеюсь, сегодня доеду до Финикса, Аризона. И завтра уже вечером в Техас. Остин, 5 машин скидываю. И потом 5 машин в Даллас. Из Даллас гружу большие 6 Тахо. И на Сакраменто. Потом опять. Как красиво, когда все чисто. Очень чистенько. Колеса натерли, будет блестеть. Сейчас буду ехать, и все высохнет быстренько, чтобы не остались пятна никакие. Все, поехал. Здесь это перед Лос-Анджелесом Грейпвайн. Будем подниматься в горы сейчас. Вот далеко, далеко. Серьезная горка. Но, блин, трафик просто нереально. Сегодня целый день. Плотный, плотный трафик. Все спускаются с Северной Калифорнии обратно в Южную. Кто отдыхал там на снег, ходил, наверное, родственники. Да, будет интересно. Вот этот перевал был закрытый 2 дня назад, там был снег и говорю, интересно, если сейчас остался где-то по бокам снег. Смотрим. Да, вот это самая такая большая гора, перевал. В сторону Техаса. Если по пятерку ехать, 58-я там чуть снег есть. Там тоже было закрыто на пару часов. Короче, 58-й тоже перевал серьезный и пятерку. Great line. Короче, люди тупят очень сильно. Думают, что левая полоса самая быстрая. Но они, вот видите, едут медленно, как и я. 35. Всегда так. Все спешат, все в левую полосу забиваются. И вот такие трафики создаются. Везде так. Самая быстрая полоса это в трафике. Стоят вправо и все. Еще поднимаюсь. Длинный подъем, очень длинный. А спуск? Страшновато, если тормоза плохие. Edge break иногда не держит, надо помогать тормозами. Ну а камень с edge break держит из-за турбины. Если будете спрашивать, почему у меня разный цвет датчики, вот это заводской цвет. Но я отправил 2 датчика одному чуваку, который из Небраски, он занимается переделкой подсветки всех. И я попробовал, если сам датчик будет розовый, а стрелочка белая, или наоборот, сам датчик белый, все цифры, а стрелочка такая пинк. Вот то, что получилось. А это белый и красный. Сейчас переключусь.
вот это мне не нравится, вот это лучше выглядит, вот этот вариант. Я думаю, уже вот это ставлю и все, ему сниму и отправлю себе датчики, чтобы поменять цвет. Даже все свитчи, вот эти все свитчи будут тоже меняться по цвету. Все, короче, нормально. Смотрите, прикол я вам хотел показать. Вот там есть танк. Видите, да? Кто-то тупо запарковал танк. Это спуски на Костарик. Дергаю. Прикол такой. Есть танк. Здесь до траков speed limit 40 миль в час спускаться. Если поймают эти CHP дютишники, штраф 500 баксов и point на рекорде. Я один раз попал, спускался 60, меня остановили, дали штраф. Я потом его отбил, конечно. Лучше заплатить штраф, чем это и пошел в рекорде. Они хитрые, знают, что траки здесь едут больше, чем 40, иногда просто стоят и выдают штрафы. Да, дороги здесь такие убитые просто. Я что-то переживаю насчет эту запаску. У меня на первый путь стоит на Такома, и эта запаска постоянно прыгает, двигается. Надеюсь, она выдержит до Техаса, не отвалится. Перед траком не упадет, блин, на капот. Это будет прикол. Если упадет, то вы увидите это, потому что у меня дашкем работает. Если что, я покажу вам, как это все произошло. Ну, надеюсь, что там не упадет. Все. Вот, короче, приехал я в Аризону, недалеко от Феникса. Селестер такая маленькая, буду ночевать здесь. Вот этой лампочки как они светятся. Еще поставим под низу подсветку, потом больше, еще поставлю больше, сейчас пока тестирую. Свет не передает как живую. Пойдет туда. Сейчас переключу на красный, посмотрим, как на красный выглядит. Цвет более интересный такой. Реально его сделали очень неплохо. Не знаю, мне нравится. Обычный цвет просто. Это ярко. Подсветку поставлю здесь, под колеса и по весь трейлер. Но эти будут. Раз, два, три, четыре. Даже между две будут, еще две. Везде. И наверх, и здесь, и по бокам, и внизу. Парами пушу и все. Лампочек. Серьезно, будет.
вот эти красные. Я заказал, чтобы мне сделали побольше в таком цвете, в розовом. Тоже будет переключаться. Их не продают, их никто не делает, надо только по заказу. Вот это и минус, что занимает время. Много времени занимает. Как у нас светится обычный цвет, вот то, что показывал сегодня, розовый датчик и вот этот датчик. За, мне кажется, это поприятнее, чем примерно. Ну, это тоже неплохо с красным, но, ну, не знаю, еще думаю. Все, буду спать здесь. Завтра дальше буду валить. Мне 1100 миль до Остина осталось. Так, проснулся я. Начал проверять колеса. Конечно, проверяю, стараюсь. И обнаружил, что у меня одно колесо пахнуло. Ну, не то, что пахнуло, а спустилось на 20 PSI. И там, короче, гвоздь попал в колесо. Пришлось шланг подключить и качать колесо сейчас. Ага, вот он там, видите? Заеду позже сегодня, сделаем. У меня запасное колесо есть, что, просто кину новое и все. Наверное, будет дешевле и быстрее. Замену стоит походу $50, если не ошибаюсь. $40-50 зависит от этого места. А если будет клеить, то будет $100. Я, наверное, просто сниму, поставлю другое, а это уже будет как бы на улице. Я поставлю, есть эти плаги, которые можно сделать колесо. Заправляюсь. Поехал 40 миль. После того, что подкачал колесо, я подкачал на 110, да, вот оно где-то, короче, где-то оно здесь, но хотел показать, что поднялся на 130 и не спускает больше. Вот, наверное, буду просто ехать, и оно будет держать давление за то, что крутится колесо и нагревается. А участок, она расширяется, оно придавливает, наверное, этот болт, и поэтому и не спускает. А когда стоит, спускается. Кстати, лампочки уже пора менять, все старые, все покоцанные, все камушки. Тоже надо менять. Думаю, наверное, новый кусок stainless steel будет идти вот этого круга, вот так. Будет прикольно смотреться. Здесь цена, где она цена? $4. Короче, посчитай. $4 за галлон, а у меня со скидки выходит 3.27 за галлон. Это Аризона десятка на 94 майл. Такая скидка приходит постоянно. Залью полный бак прям до головы. Следующая заправка будет, наверное, аж на подъезде в Остин. Вот он бегает, прятается. Ребята, закрытый прицеп, трак гоняет. Калифорния, Техас,
Флорида, обратно через Техас, Калифорния. Какая красота! Обширный и просторный Техас.